Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю быструю праздничную закуску елочки. Получается необыкновенно вкусная, сочная и будет просто великолепно смотреться на вашем новогоднем столе. Для закуски нам потребуется 50 грамм ветчины, половинка сладкого перца, нарезанного кубиком, 3 столовых ложки кукурузы, измельченный лук, укроп, 1 яйцо, 1 столовая ложка сливочного сыра и большой огурец. Выкладываем в тарелку ветчину, кукурузу, сладкий перец, яйцо, измельченную зелень, 1 столовую ложку сливочного сыра и 1 столовую ложку сметаны или майонеза. Солим, перчим по вкусу. Все хорошо перемешиваем. Начинка получается очень вкусная и яркая. Огурец нарезаем кружочками с обоих сторон, так, чтобы получились разного размера кружочки. Распределяем их по 3 штуки на каждую елочку. Не забываем все кружочки посолить. Выкладываем на каждый кружочек по чайной ложке начинки. Теперь складываем в форме пирамидки. Таким образом у нас получаются елочки. Выкладываем их на тарелку. Сверху добавляем еще немного начинки и украшаем кусочками сладкого перца, а также петрушкой или укропом. Наша закуска елочки готова. Получается необыкновенно вкусная, сочная. Перец великолепно сочетается со сливочным сыром, яйцом и кукурузой. А на столе она смотрится по-праздничному и станет великолепным украшением новогоднего стола. Кому понравилась идея, ставьте лайки. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем удачи и с наступающим Новым годом! Пока-пока! Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю интересную, забавную новогоднюю закуску «Деды Морозы». Готовится совсем легко и быстро, а смотрится на столе оригинально и по-праздничному. Яйца нарезаем вдоль пополам. Аккуратно удаляем желтки. Два зубчика чеснока трем на мелкой терке. Желтки измельчаем ложкой или трем на терке. Солим, добавляем 10 грамм сыра, чеснок, 1 чайную ложку горчицы, немного майонеза и все хорошо перемешиваем. Я еще добавила 2 столовых ложки сметаны. Выкладываем начинку в наши лодочки. Болгарский перец нарезаем треугольниками. Выкладываем кусочки на яйца. Это у нас будут колпаки для Дедов Морозов. Тарелку украшаем укропом или петрушкой. Аккуратно выкладываем фаршированные яйца. Из майонеза делаем помпончики. Из черного перца горошком делаем глазки. Из зерен граната делаем нос. Вот такие симпатичные, веселые, с красным носом получаются у нас Деды Морозы.
Теперь из майонеза рисуем бороду. Ложкой слегка поправляем. По желанию тарелку украшаем зернами граната. Наша закуска готова, можно подавать к столу. Получается очень праздничная, яркая и будет великолепно смотреться на вашем новогоднем столе. А готовится совсем просто и быстро. Кому понравилась идея, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем удачи и с наступающим Новым годом! Пока-пока! Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю праздничную закуску для вашего новогоднего стола. Делается все легко и просто, а смотрится очень красиво, оригинально и порадует ваших родных и близких. Ветчину или колбасу нарезаем мелким кубиком. 4 маленьких огурчика также нарезаем кубиком. 1 отварную морковь нарезаем аналогично. Измельчаем 2 яйца. 2 отварных картофеля также нарезаем мелким кубиком. В глубокую тарелку выкладываем картофель, огурцы, яйца, ветчину, морковь. Добавляем полбанки зеленого горошка. Солим и перчим по вкусу. Добавляем немного майонеза и все хорошо перемешиваем. Из другой отварной морковки вырезаем звездочки. Это будет украшение для наших елочек. Готовую начинку выкладываем в тарталетки в форме небольшой горки. Посыпаем измельченным укропом, а сверху украшаем звездочками. По желанию можно украсить также ягодками. Вот такая замечательная закуска у нас получается. Очень красочно и по-праздничному смотрится и будет великолепно украшать ваш новогодний стол. С начинкой можно экспериментировать. Кому понравилась идея, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем удачи и отличного настроения! Пока-пока! Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю новогоднюю закуску «Мышки с сюрпризом». Такая закуска просто великолепно будет смотреться на праздничном столе и порадует ваших родных и близких. Яйца нарезаем вдоль пополам. Желтки удаляем. Измельчаем их ложкой или трем на мелкой терке. Красную рыбку, у меня кита, нарезаем мелким кубиком. Выкладываем в тарелку. Добавляем желтки. Немного солим. Добавляем 1 чайную ложку сливочного сыра и немного майонеза. Все хорошо перемешиваем. Фаршируем яйца готовой начинкой. Сыр нарезаем большими треугольниками. На сыр выкладываем салат. На салат аккуратно выкладываем яйца. В яйцах ножом делаем отверстие и втыкаем черный перец горошком. Это у нас будут глазки. Сверху делаем надрезы и втыкаем морковь. Это у нас будут ушки. Из укропа мы сделаем хвостики. Наша закуска готова, можно подавать к столу. Эти милые мышки прекрасно украсят ваш новогодний стол.
Готовится закуска очень легко и быстро, а смотрится забавно, весело и по-праздничному. Кому понравилась идея, ставьте лайки. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем удачи и с наступающим Новым годом! Пока-пока! Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю очень вкусную, быструю новогоднюю закуску, которая просто замечательно будет смотреться на вашем праздничном столе. Сперва создаем цветочки. Делаем аккуратные надрезы, не до конца. Должно получиться 7 полукружочков, шириной примерно 2-3 мм. Теперь аккуратненько заворачиваем 2, 4 и 6 полукружочек. Готовим начинку. Натираем на мелкой терке одно яйцо. Нарезаем мелким кубиком красную рыбку. Можно заменить консервами. Добавляем 1 столовую ложку сливочного сыра и 1 ложку сметаны. Все хорошо перемешиваем. Выкладываем нашу начинку в тарталетки. Сверху украшаем огуречным цветочком. По желанию добавляем немного красной икры. Наша закуска готова, можно подавать к столу. Как видите, готовится все быстро и легко, а смотрится на столе очень эффектно, аппетитно и по-новогоднему, и станет прекрасным украшением вашего праздничного стола. Кому понравилась идея, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем удачи и с наступающим Новым годом! Пока-пока!